могу установить связь. Но что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Рассредоточены по всему миру. Одновременно. Осуждение российской агрессии, названной... Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Попробуйте перезвонить позднее. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Сэр, приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед! А Рохас? Улица о нем позаботится. Согласен. Николай, мы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони вертушку к рынку. Как понял, прием. Ладно, приятель. Скоро буду. Все приготовиться. Оружие к бою. Начинаем. Прямо по курсу! Надо пробиться к вертолету через ворота на рынок! Вперед! Контакт! Идут по земле с юга! Огонь!
Боец на кряже за белым забором. Есть контакт!
каждую полоску. Вижу цель. Отряд, рассыпаться и прочесать рынок. Вперед! Будем через 20 секунд. Слетай сразу! Не успеете. Тут на подходе еще группа ополченцев. Вот нажмем! Вперед! Слишком опасно.